В одном из древнейших монастырей России, Николошартонском, сотрудники МЧС провели совместное учение с добровольной пожарной командой. Сформирована она была из живущих здесь монахов. По легенде, в одном из зданий обители замкнуло проводку, что привело к возгоранию. Учения позволили оценить уровень готовности к чрезвычайной ситуации и отработать последовательность действий добровольных пожарных. Подобные тренировки особенно важны ввиду того, что в 2015 году в Иванове сгорела деревянная старообрядческая церковь. Стоит отметить, что тушение пожара в зданиях, представляющих исторический интерес, должно быть ответственным и эффективным. Данные здания представляют определенную историческую ценность, как сами здания, так и имущество, которое там находится. Это иконы, это разная атрибутика, старинные там артефакты, да, вот. То есть в процессе тушения пожара мы должны быть еще заинтересованы тем, чтобы спасти вот это наше наследие, которое сохранили священнослужители.